Местом встречи выбрали сельский дом культуры. На повестке один из важнейших вопросов – обсуждение генплана. Сейчас он находится на утверждении в федеральных органах. Среди прочих актуальных тем встречи – состояние дорог, водоснабжение и освещение села. Часть работ уже выполнена, пришло время оценить результат. По поручению главы города Алексея Сергеевича Кабальгородского сход граждан проводится ежеквартально для выявления всех насущных проблем и оперативного их решения. Совместно со всеми управлениями, сразу на месте. Важно отметить, что для каждого жителя село Измайловка – родной дом. Здесь такая традиция – совместными усилиями благоустраивать его и делать жизнь в нем комфортнее. Очень много сделано для жителей села, для того, чтобы люди верили в завтрашний день. Реализуется очень много проектов. Помощь в реализации различных проектов оказывает администрация города Сочи. Так, сквер боевой славы, построенный на месте заброшенной школы, является символом патриотизма и подтверждает тот факт, что память о героях войны вечна. Топиарий, устроенный жителями во дворе ДК, стал одной из достопримечательностей Измайловки. Более того, было заменено асфальтное дорожное покрытие, установлено освещение на улицах села. Все эти вопросы были письменно закреплены в паспортах ТОС. Паспорт ТОС дает возможность нашим жителям дополнительную донести до администрации те вопросы, которые они считают, по их мнению, более важными, необходимыми для решения. Стоит отметить, что поручения, озвученные на сходе селян в этот раз, будут переданы на контроль. Они ждут рассмотрения и исполнения в ближайшее время.